Всем привет! Мы после парка Логов в Каменск-Шахтинском решили остановиться в парк-отеле «Патриот». На одну ночь всего. Решили порадовать нашего ребенка, так как это увлекательный, интересный отель, где расположено очень много возле отеля военной техники. Здесь у них вот такая небольшая парковочка. Кстати, можно брать, видимо, на прокат вот этот вот агрегат. Не знаю, в каком смысле этот прокат. Кататься, либо поставить, чтобы он стоял, как в музее. Вот. В общем, но суть в том, что здесь очень много на территории военной техники. Мы сейчас пойдем посмотрим, пофоткаемся. Через дорогу мы пройдем к отелю «Байк-отель», к СССР-отелю, посмотрим их территории. Там тоже много чего интересного. И также здесь мы уже позавтракали. Завтрак входит в проживание. Вам позже покажу, что входит у нас в завтрак. Поселились мы в двухкомнатном номере. Номер стоит 4400. И также чуть позже я вам сделаю обзор нашего номера. Поехали дальше. Хорошо. Так у нас, кстати, входит в стоимость проживания. И сегодня у нас яичница, сосиски, бутерброды, чай. Идем, сынок. Вот туда. Сейчас я всем покажу, какая тут красота. Да. Вот такой красивый расписной танк, зенитно-артиллерийские комплексы и самолеты. Техники много, прогуляться есть, где даже можно, не останавливаясь в отеле, просто сделать остановочку, если вы следуете через Каменск-Шахтинский, и пройтись, посмотреть. Вход бесплатный, только нельзя залезать на военную технику. Фотографироваться рядом можно.
На территории также есть кафешечка. Такая она небольшая, но все в военном стиле. Патриот построены вот такие вот деревянные домики. Это партизанская деревня. Он уже действует. И здесь живут уже люди. И идет благоустройство территории. Покажу вам номер блиндаж. Прям настоящие блиндажи здесь. Да, вообще классно. Лапусь, мы уже съезжаем. В следующем году к нам приедешь? Да. Забронируй, и будете спать. Классный номер. А тут можно кушать? Да, а тут можно... Конечно, это обеденный стол. Здесь можно поесть и на кроватках таких поспать. Тебе нравится? Зато еще наверху есть гармошка, посмотри. Да? Будем играть на гармошке, как крокодил Гена, да? А можно тут гармошку поставить? Да нет, Лапусь, нет. Не надо. Она и большой душ, да, с туалетом. Она может тут огреметь? Конечно, она да. Тут также каска, смотри, противогаз, даже утюг. Ты видел вот такие утюги? Это старый-старый утюг. Сюда уголь вот засыпают, и он гладит. А это что? Это... Вот это что такое? Не подскажете? Вот это. А это типа мины. Вот это, наверное, что-то мины? Такое. Что-то... Что-то такое, да. Боеприпас какой-то. В общем, вот такие клевые номера. А здесь 102 номер казарма. Вот здесь можно тоже переночевать. Солдатские условия. Как вам? Кто приехал сюда? Также я вам обещала показать наш номер двухкомнатный. Здесь сразу при входе у нас туалет. Вот такой вот у нас душевая кабина и туалет. Комната с кондиционером, с телевизором. Также есть балкон. Рабочий стол с каской, с противогазом. К бою всегда должны быть все готовы. Здесь у нас балкон. Вот такой. Так. И дальше вторая комната. Примерно то же самое. Зеркальная комната с таким же балконом. В каждом номере, в каждой комнате, то есть, есть холодильнички маленькие. И в каждом номере есть туалет и душевая. Со второго номера есть выход в коридор. Вот так мы можем выйти и снова зайти. Вот такой классный номер. Но самый большой минус — здесь отвратительная звукоизоляция. Здесь слышно все, что в коридоре, что за стенами, за стенами. В общем, слышно все. Всем пока, до новых встреч. А мы поехали в Москву.